Заслуженному тренеру СССР, России и Грузии, мастеру спорта и основателю Академии борьбы Дмитрию Медиашвили вручили золотую звезду Героя труда России. Это звание Владимир Путин присвоил ему еще в апреле за особые трудовые заслуги перед государством и народом. С Медиашвили связана практически вся история вольной борьбы нашего региона. Среди его воспитанников и двукратный олимпийский чемпион Иван Ярыгин, и трехкратный олимпийский чемпион БВСР Саятеев. В июне Дмитрию Медиашвили исполнилось 87 лет. Сейчас он на плановом лечении в краевой больнице. По поручению президента долгожданный награду знаменитому борцу вручили глава региона Александр Ус и полномочный представитель президента Сергей Миняйло. Отмечу, что событие это действительно историческое, ведь Дмитрий Медиашвили стал первым жителем края, удостоившимся этого звания. Самое главное, безмерное, естественно, доволен, счастлив. С тех дней 1955 года в октябре, в декабре месяце и началась моя жизнь в этом краю. Это говорит от простого шофера, а потом простой тренер, общественник, пацанов тренировал, сам боролся, сам был 9 раз чемпионом Сибири, Урала и Дальнего Востока, чемпионом России был.